Всем привет еще раз. Я обещала показать, что получилось в итоге. Смотрите, прошло 5 часов. Конечно, хочется еще больше времени уделить. Натюрморт достаточно многодетальный, да, то есть есть тут и корица, и бадьян, много мандаринок, долек. И сами мандаринки цельные, еще и драпировка. Вообще изначально хотелось и вязку показать шарфиков, да, и всего остального. Но в любом случае удовольствие получено. То есть завтра при возможности будем дописывать. Вот вышло. Марин, ты удовольствие получила? Конечно. Вы, молодой человек, удовольствие получили, пока ждали. Ну, на самом деле, ждать сложнее всего. Вот. Ну и, конечно, когда вы делаете натюрморт, старайтесь выбрать интересные оттенки. Вот здесь вот мне понравился цвет шарфика, да, то есть он синий, он противоположный оранжевому, поэтому он его подчеркивает, оранжевый становится более интересным, блики можно еще добавить. Не делайте края яркие, но я сейчас не буду про натюрморты, вообще, в принципе, просто вышла показать, что у нас получилось. То есть мы сегодня в студии пишем. Вот. Я писала, девочки писали вместе со мной. Я поближе вам показала натюрморт, но вот он у нас ближе не получается. О, потому что начинает лампочка мигать. Вот, а так вообще вот такой вот. Никакого информативного, это чисто для тех, кому было интересно посмотреть, что же в итоге выйдет. То есть ничему сейчас в данный момент учить своих подписчиков я не собиралась. Ну, на самом деле, просто устали все. Столько времени разглядывать все нюансы, это тоже того стоит. Но вашим лайкам будем рады. Вот так обойду. Смотрите, сколько тут всего в студии. Вот так вот издалека. Вот хороший дар. Поэтому всем творчество, вдохновение, чтобы вас не покидало. И творите, радуйтесь. Все. Пока-пока, хорошей субботы всем.